В заключение хочу сказать о некоторых сходствах между нашими народами и нашими языками. Между прочим, в русском и в польском языках из названия жидкостей на первом месте идет существительная «вода», которая находится в числе первых 200 слов русского языка и польского языка. Но на втором месте и в русском, и в польском языке из названия жидкостей находится слово «водка». По-польски «вудка». Я думаю, нет в мире двух других языков, которые имели бы между собой такое типологическое сходство. Между нашими народами имеются, однако, я в этом убежден, не только такие сходства, но также сходства культурные, экзистенциальные, что дает нам право надеяться на хорошие перспективы нашего сотрудничества. Я же хочу вручить госпоже Дика в подарок книги на русском языке, изданные нашим центром для библиотеки филологического факультета, о приложении высококачественный продукт польской пищевой промышленности, который напоминал бы госпоже Дика о сходстве наших славянских народов. Потому что даже знаменитый, даже мой однокурсник Станислав, ну, неважно, прожил, проживший больше 10 лет в Москве, так и ушел со своим «вай». То есть вместо «лак-вай» все равно ушел с «вай». Коллеги, Архимандрит Платон Игумен, профессор Московской духовной семинарии и Московской духовной академии.